Это не художественная школа, это не специализация у них, чтобы они стали там профессиональными художниками. Это вообще образовательная школа. И поэтому мне казалось, им будет интереснее, если они научатся просто образно мыслить. Мы выходим на аудиторию, мы должны понимать степень ответственности, когда мы стоим перед камерой, либо непосредственно перед монитором экрана, мы понимаем, что здесь и сейчас права на ошибку нет. Поэтому в условиях, когда ритм жизни человека ускоряется настолько быстро, не владеть компетенциями, о которых мы говорим на уроках информатики, в частности, невозможно.